Вот так с гимна страны начал работу избирательный участок 1906. На момент открытия здесь досрочно проголосовали 44% избирателей. Это результат слаженной работы придомовых участков, избирательных комиссий и общественных наблюдателей, отмечают организаторы. Большое внимание уделяется безопасности. Каждый избиратель получает маску, получает перчатку, собственную ручку. В зале наносятся разделительные разметки для обеспечения социальной дистанции. Каждые 2 часа проходит санитарная обработка помещения. Еще чаще обрабатываются руки с антисептиками. И я думаю, избиратели чувствуют себя безопасно в данных условиях и принимают самое активное участие. Также жителям столицы Чувашии предлагали выбрать и объекты благоустройства дворовых территорий. По распоряжению врио-главы Чувашии Олега Николаева, Чебоксары получат 80 миллионов рублей на решение вопросов об устройстве микрорайонов. По каждому округу будет предложено на выбор 20 проблем, которые требуют вмешательства. Это и ремонт дорожного покрытия, тротуаров, установка детских и спортивных площадок, обустройство освещения и озеленения. С утра я пришла на голосование по поводу поправки в Конституцию. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что это важно не только для моей семьи, но и для всей страны в целом. Также, кроме голосования в Конституцию, здесь происходит голосование по благоустройству близлежащих территорий. Я в таком голосовании участвовать очень рада. Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Республика.